В 2013 году в Подмосковье, как и по всей России, началась всеобщая диспансеризация взрослого населения. Возможность проверить свое здоровье предоставлена каждому гражданину Российской Федерации по месту его прикрепления на медицинское обслуживание. Все услуги, связанные с прохождением диспансеризации, бесплатны. Основной акцент делается на выявлении факторов риска сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний, сахарного диабета. После обследования и анализа результатов при выявлении отклонений пациент направляется к узким специалистам. Достаточно много было таких пациентов, достаточно много было выявлено и приглашено в дальнейшем на обследование, и выявлены серьезные заболевания, онкологические заболевания. И своевременное принятие мер лечебных, конечно, предупреждает развитие в дальнейшем заболевания и продление, тем самым продление жизни больному и качество, улучшение качества жизни его. Для удобства жителей в 2016 году стартовала губернаторская программа «Единого дня диспансеризации», днем которого в Ленинском районе станет суббота, 19 марта. Поликлиника будет работать с 9 часов до 18. Приглашаем население. Будут работать все службы, которые входят в диспансеризацию. Лаборатория, маммография, флюорография, кабинет УЗИ. Эти кабинеты будут работать до 14 часов. Терапевт будет проводить обследование до 18 часов. В соответствии с трудовым законодательством, работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочий. Рабочий же, в свою очередь, должен заранее оповестить своего работодателя. Так что хочется еще раз напомнить жителям Ленинского района, что 19 марта во взрослой поликлинике города Видное в единый день диспансеризации с 9 часов утра до 18 вас ждут. Справки по телефону 8-495-541-4001. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, Видное ТВ.